Я есть, друзья, я есть, добрый вечер! Ну что ж, мы очень рады вас приветствовать в Тверском культурном центре «Бейсбран». Мы сегодня очень гранично на событии, потому что 28 февраля 2010 года открылась наша лига под названием «Звезд». И сегодня мы исполняемся ровно 6 лет. А вот аплодисменты нашей лиги! Ну, и сегодня стартует уже 7-й сезон, очень приятно, это будет хорошая традиция. В общем, мы будем оценивать фестиваль 2015 года под названием «Семь чудес юмора», пытаемся открытым, друзья, ура! Если вас командование задействовало с тупой и пунктами, отбиться немножко, то так как переведу дух, заодно в командование будем знакомиться с такой фестивалю, а если мы поставим за командой, какой город, какой дух они представляют. Ну и приготовим знакомиться с Мариинского, это точно немного, мы начнем по порядку. Итак, опять же, после украинской лиги в составе команды Республика Скид, Алексей Ладенков. Антон Дюкова, украинская лига «Кабаровка», это был его чемпионат в Азии, Павел Дачинский. Чемпион города по ЖВМ, не будем говорить, как его года, пропускаем этот момент, по традиции, мы будем отправить на интерес, что это будет всегда улыбаться, Роман Рамелев. Чемпион города по КВН, сегодня по ПЭТ-ТРАФТО, не придал ЦНА, Александр Дунайко. Сегодня по ПЭТ-ТРАФТО, по мне, готовил лист для представления Украины, и разница для представления ПЭТ-ТРАФТО на ПЭТ-ТРАФТО. Единственного человека, который сейчас остается на сцене. В честь шестилетия лиги, второй сезон, 8-й раз на сцене. Нас ждет человек, который в конце вечера должен победить в номинации «Лучший ведущий лиги звезд» Алексей Абдар. Спасибо. Итак, сегодня фестиваль у нас участвует 18 команд, и в сегодня в Кровати пройдет официальный сезон. Поэтому мы официально будем сегодня не поднимать оценку. У нас будет два блока. После этого, естественно, несколько блоков у нас небольшой перерыв, но примерно 10 минут, чем здесь мы подошли, и, естественно, в программе. Итак, друзья, очень приятно, что есть специально готовые команды, которые нас будут радовать. Это необычная команда, она в прошлом сезоне победила в нашей лиге «Лига звезд».
А вот на сцене представители местных карьеры, которые называем Guns N' Roses. Представьте! Thank you.
Хочется народной мудростью. Один кубок хорошо, а два ноутбука лучше. Это прикол! Хорошая! Ну что это?
к своему и говорю, никто, ко мне или к тебе? Он говорит, кто тебя зовут? Я говорю, остался. И он говорит, ну, ты все опять услышала. Спасибо, удачи, удачи. Слышь, малыш, припаркуй. Я бы тебя хотел припаркуй. Слышь, ты, что? Ты потом. Белоснежка. Дима. О, Дима, ты такой... Оу, какие ты взял свою команду взял? Мама, пожалуйста, счастье. Покупаем игрушки, хорошие игрушки, покупаем. Аня, мы в еврейском культурном центре. Кому ты тут что продавать собрался? Наденька, ты кейки тут с кулисами и купил. Ваня, Кирилл, хватит придуриваться. Сегодня на игре не успеем. Не успеем. Ребята, почему вы такие несерьезные? Сегодня первая игра, первый сезон, а вы... Каждый на сцене отбывается, любит друзья. Слушайте, можно! Только ради тебя, идет и папа, мы начинаем. Представьте себе ситуацию, тренировка по баскетболу, но в очень бедной школе, на Молдаванке. Ёлки-палки, вот все еще нет. Итак, все мы прекрасно знаем, как красятся девушки. Давайте посмотрим. Мужского воды взяли Казань. Ну ты такой, ребят, вы не расправитесь. Не присаживайтесь. Зомби на медкомиссии. Закройте правый глаз. Закройте правую строчку. Следующую. Все. Закройте левый глаз. Закройте эту строчку. Следующую. Третью. Батя умеет тут связать с киевским маршрутчиком. Ю-ю! Thank you.
Я брату попомогу, как вы ленитесь. Я одна на Андрюха. Андрюха купил себе сковородку. И теперь Андрюха варит яичницу, картоплю и свою сухую клетку. Правый мамин Богдан. Богдан, моя Лексус. Андрюха, спасибо, что наблюдал. Чтобы на сигнализацию ее поставите. Я бы разумела, Надя, ты не оборот сам Богдан. Слушай, а сколько вы поняли, что говоря, зрозумею, что я справедливый еврей? А, ну, я чисто еврей, это просто. Это действительно указано, в гугле написано, что Богдан на еврейке, то Йонатан. Вот это бар меня называешь на «эй», «ты», там, на «меша», и там следующая миниатюра. Ты просто кажешь «Йонатан». Все, ладно, досык, Йонатан. Это действительно указано, я еврей, в мене дидо, 40 років бригадиром на пенсионном карьере пропрацював. Ну, не дай 40 років по пенсионам, здесь, где люди, ну, понимаете. Все, все одно мало. Вот мало. Зато їм тільки кошерну пиццу. Вся растительна їжа кошерна. Ну, правильно, вся растительна пицца кошерна. Дорого, кирянець. Ну, дійсно, навіть євреї не їдять тут кошерну, оскільки ярин. Ну, добре, ти єврей. Ну, не покосі єврей. Покосі ти єврей. Ну, євреїв є, мама. Конечно, є. Ну, і в мене є. Команда Кавар-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 Кавар
Він тільки подивився до своєї дівчини і запитав, «На чому ти говорити так парі на сцені?» «Може, це і не дивно, бо я сам себе не так розумію». «Поки їхали сюди, ми є водієм маршрутки. Я перестану така ситуація. А то ж, водій маршрутки, на станції перегорання крові, дивимось». Готується до наступної мініатюри. Я би хотів зателефонувати твоїй дорогій і коханій людині. Алло? Дякую. Дякую. Що? Що означає на мене себе більше? Що означає на тебе інше? Я розумію, що в мене є брак. Добре, я не хочу розглядати. Добре, давайте подивимося, як на бізних містах зробує гуртом. На пустій місця, а потім мене після дзвоненьки здесь бігати. Анжеліна Джолі була б моєю дружиною, то не була б Анжеліна Паламарчук. Але тим не менш продовжуємо рубати сміречку вашої свідомості. Зараз просто керує на цього гамору. Вони такими зрозумілішими словами для людей це сказали. Так. Друзі, ми продовжуємо накручувати пісні вашої свідомості.
Вот так вот мы с собой сильные простые овощи. Ладно, Иванова Петрович, через 5 минут ко мне на лекцию, бегом. Девушка, которая не понимает с первого раза. Ну, я не знаю. Ты подумай. А ты настойчивый. Благодаря современным украинским шоу мы знаем, что есть семьи, где дети доминируют над родителями. Дася, ну иди сюда. Дася, значит, это я нашел у себя в кармане. Сегодня одна сигарета, а завтра ты что у меня? Всю пачку своруешь, да, Дася? Ну, я это... Ты мне зубы не заговаривай. Лучше скажи, как дела на работе. Нормально. Нормально, да? Давай свою трудовую. Так, я не понял, почему зарплата такая маленькая? Не, ну почему зарплата такая маленькая? А ты на весь цех не равняешься, папа. Вот у вас директор, Тим Рубинштейн. Такой хороший мальчик. Маму второй раз за год в Израиль свозил. Бери с него привет. Израиль! Иду! Он наказан. А ты хоть бы так успел? Да, папа. Неделя без гаража. А если не исправишься, папа? Если не исправишься, то на 100 лет к бабушке. Только не в тёлке. У богатых свои причуды и свои развлечения. Мы продолжаем заседание элитарного клуба миллиардеров, что где почем. Господа миллиардеры. Да, господин ведущий. То есть, понятно, вы только говорим спецслужбу. По нашему мнению, самое место. А чего у вас так мало? Ну, вы же сами украинских миллиардеров собираете. Играли бы на Кипре, на две команды набралось бы. В любом случае, счет по одной используя простых смертных. И у нас следующий вопрос. Как называется денежная выплата 1000 гривен в месяц по безработице? Минута на обсуждение. А вы слышали, что Коломойский оставил свое желание в стене плашки? На 25% годовых. Я напоминаю, что это так неправильный ответ. А у нас уже давно есть правильный ответ. Денежная пособие. И правильный ответ – денежная пособие. А разве 1000 гривен в месяц – это не денежная пособие? 1000 гривен – это Ольга Смирнова из Одессы. Ольга Смирнова – какое-то странное название для офшорного банка. Мощный в подворотне. Какой-то сомнительный стартап. Я, пожалуй, воздержусь. Слышь, ты что такой умный? Я тебе в башку пострелю. Смотри, сходи свинец. Только как? Как жить в мире, где тебе хорошим советом за небольшую плату не поможет бизнес-тренер Ярослав? Как самый сильный тренер Ярослав? Я же ваш собак! Это уж не стопасник. Успехом. Я прочитал вашу последнюю книгу. Утром деньги, вечером деньги. Это еще что? У меня тогда есть почек с вашего последнего бизнес-теста. А есть какие-то проблемы? Но проблем масса. Давайте смоделируем ситуацию. Да. Я, ну, допустим, грабитель. Ну, вы садитесь на жертву. Господи, я понимаю, отнимать людей. Ну, так что, я не отёсанный грабитель, мы звоним.
ты, да не бабки, не то, в мертвом море утопил. Тихо, что создает аргументы. Потому что контур аргументы. Вы что-то купили? Ну, как обычно, клиент сам не знает, чего хочет. Так, если вы не знали, ограбление – это командная работа, а вы совсем не похожи на команду. Поэтому руки за голову, на колени, и вот такой вот небольшой тимбилдинг. Вот и сплочает. Гони бабки. Ну, вырощай. Что нам деньги не даст? Молодой человек, мы же смоделировали ограбление. Где вы видели ограбление, что вы возвращаете деньги обратно? Да это мелочи. Но если вы не будете присматриваться к мелочам, то никогда не достигнете успеха. Ну, вы пока усваиваете, а я пошел в Макдональдс. Я куплю его. Что наш звукорежиссер, оказывается, участвовал в музыкальной битве экстрасенсов. Сергей, а какие вы видите наше будущее? С вами была команда «Капитан Бордо». Спасибо за внимание. Пометки, здесь это команда «Карандарго», а мы двигаемся дальше и фундамент следующей команды – это «Любовь, семья и дети». Очень просто, сокращенная команда «КВН» «ЛСД». Встречайте! Команда ЛСД – «Любовь, семья и дети». И так как команда новая, мы решили представиться. Это Никита, и он настолько яркий парень, что у мамы ходит по дому в столике душа. Знакомьтесь, это Инга. И мы только что знали ее с работы по производству фото. А это А это Настя. У нее настолько задушена самооценка, что когда она смотрит в зеркало, то она топит соседей снизу. А это Женя. У него способность мгновенно исчезать. Кстати, Женя, а где деньги, которые мы дали тебе на реквизит? Мы сегодня семь чудес юмора. И сегодня мы покажем всем самых актуальных тем для шуток на сегодняшнее время. А у нас случай в очень и очень темном переулке. Слышь, пацанчик! Слышь, пацанчик! Увидел меня отсюда, я тебя не могу выход найти. Все мы слышали истории про великих еврейских мужчин. Но, как известно, со спиной каждого великого мужчины стояла не менее великая женщина. Thank you.
очень важный звонок снайперам. А у нас музыкальная пауза. Батл. В левом углу Эминем. Правом Тина Кандалаки. И у нас есть победитель. Уж мы заговорили о батлах, представьте, известный рэпер Оксимирон на уроке по биологии. Только и знаешь, что твои стихи писать, какие такие научные формы знаешь? Рассказы, размножение, потомство, презентация, тромбоцит, утрику, орда, регенерация, гематоген, гормоны, антропоген, неоны, метабиоты, набиоты, метилин, нейроны. А теперь давайте представим, если бы Ди Каприо был ослом. Три простых правила. В жизни главное – это любовь, семья и дети. Вот такая необычная команда. Команда «Колена ОСД». Давайте поаплодируем рядом с этим подвесилом энергетикой. Сергей Александрович, вы тоже когда услышали рэпер Оксимирон тоже сделал так? Вот так, да? Я тоже там старым себя почувствовал, нормально. Не знаю, что кто-то стоит. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну так, не надеюсь, мы тут стоял. Все остальные знают, да, когда Оксимирон? Мне бы не болел, чтобы послушать, что я болел, чтобы я знал. Конечно, не послушал, что Оксимирон делал. Итак, мы двигаемся дальше. Команда уже готова. Итак, они поступили в Одесский национальный экономический университет от анонимных сигнальщиков. И вот они первые поехали. Добро пожаловать в клуб анонимных сигнальщиков. Клуб, где абсолютно все равно, кто и что говорит. Здравствуйте, добро пожаловать в клуб анонимных сигнальщиков. Клуб, где абсолютно все равно, кто и что говорит. Я это уже сказал. Не все равно. Знаете, мы играем уже 2 года, но так и не познакомились. Поэтому настал тот самый момент. Тот самый момент, когда две противоположности сойдутся. Как плюс и минус. Как самое главное, 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 как самое
знаете, конечно же, мы знаем, как нас зовут. Но так как наш клуб анонимный, мы не можем раскрывать свои имена. Поэтому Ваня будет условно Игорь, а Леша условно Дима. Блин, знаешь, мне не нравится Дима. Ну, Дима, например. Ты хочешь быть евреем? Ну да, я хочу стать евреем. Ты хочешь стать евреем? Да, я хочу стать евреем. Ты хочешь стать евреем? Да, я хочу стать евреем. Ты хочешь стать евреем? Я хочу стать евреем. Я хочу стать евреем. Итак, наш первый участник, скажите, как вас зовут, я надеюсь, угадаю. Дима. Ну, естественно. Ну так, Дима, первый вопрос. Скажите, что бы вы выбрали себе в подарок? Планшет или телефон? Вариант А. Планшет. Вариант Б. Телефон. Вариант С. И то, и другое. Знаете, можно сказать правильный вариант? Вот именно я скажу, конечно, можно. Итак, правильный вариант, вариант С, планшет. Я беру вариант С и то, и другое. Я не знаю, что я Ну что ж, а мы переходим к следующему вопросу. Итак, какие у вас планы на ближайшие 40 лет? Знаете, можно сделать звонок другу? Конечно, можно. Только для вас счет. Ну, да нет, хорошо, конечно, можно. Кому будете звонить? Маме. Итак, я вас поздравляю, вы переходите в супер-игру. А можно сразу забрать деньги? Это играет косок, конечно, нет. А если 50, то 50? Ну что ж, и вот победитель нашей игры... Победитель нашей игры 60 на 40. Алексей! Всем спасибо, это было еврейское шоу. Ну что ж, мы двигаемся дальше, так представьте случай в семье, которая сидит на успокоительном. Ты что, не изменял? Я точно изменял. С чего это сделать? Я что, не вижу? Я говорю, это долго ли, но я себе не находишь. Ну ладно, изменял. Это не надо это исцелить. Ты ребенка из садика забрал? Я еще не видел. Или у тебя нет? Блин, подлетки побольше или все, я тебя ухожу, да. С нашего фармацевта, я понял. Итак, представьте, случай на кухне в одном из одесских общежитий. Здорово. 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 Нет, что он достойный. Ну да, ну да, я, кстати, видел, ты покупал колбасу, ты мне говоришь, ну тебе это колбаса, а ты ешь картошку, ну теперь понятно. Слушай, а ты вообще куришь? Да. Ну, угощайся. Да, спасибо. А я вообще не знаю. Ну что ж, вот наш сеанс игноротерапии подходит к концу. Сегодня с вами могли выступать группы игнорирования, какие мастера и Дайте, пожалуйста, спрашивай в маршрутке, потому что на сцене никому спрашивать не надо. А я дальше, потому что я тебе не успел лишь поставить карта. И так вот. Но если песни нет, то просто не успевать. Вы, наверное, могли подумать, что мы просто это все придумали и на самом деле друг друга не игнорировали. Да, и чтобы развеять всякие ваши сомнения, мы сегодня договорились выступать в зеленом. Ну что, это был клуб анонимных игрушек. Всем спасибо, давайте друг друга поклопать. Thank you.
она, кстати, пакет наступать будет. Они где-то рядом. Итак, мы двигаемся дальше. Сергей Александрович, подарок для вас после «Оксимирова» на вас. Команда КВН, «Тайновый ДКН». Встречайте. Добрый вечер. На сцене команда КВН «Тайновый ДКН». И мы как КВН «ДУО». Только «Тайновый». А с нами на сцене должен был выступать еще один человек, Лен Звукарь. Но после того, как мы поставили урановые брекеты, больше он не разговаривает. Правда, Коля? Кстати, Валера, я давно хотел спросить, а почему твоего папу называют Моисей? Ну, просто он водитель 168-й маршрутки. Так сказать, 40 лет водит людей по одному и тому же маршруту. Так, хватит об этих еврейских шуточек. Это же тема детских мальцев. Давайте не убивать их, Максим. Сейчас мы обратимся к Славу. Что делала береза, когда от нее ушел под березовик? Я говорю, она начинает. Девочка кушала манную кашу с комочками, и теперь у нее кошка в камне. Когда-то не давала отдохнуть своему компьютеру. Так, тройной диколон с Ридбеном. По вашему запросу ничего не найдено. Как это не найдено? Тройной диколон с Ридбеном. По вашему запросу ничего не найдено. Ну как не найдено? Отправите все до ошибки. Вы действительно хотите отправить отчет? Да. Видите, как с картинки. Вдруг 2 плюс 2. 4. Ставить 42. Ну ты не дал. Потом как 2 Форлик написал. Вы действительно хотите отправить отчет? Да. А кто ж крыса? Иван Царевич высадил с лука на попал в дерево. А вот здесь должна была быть миниатюра, но ее нет, поэтому еще одна шуточка. Мальчик очень любил раскладывать дроби, но морально развивался быстрее. Случай в криминальном районе Америки. Добрый день, вот ваша пицца. Нет? Я разочек пиццу, принес вам пиццу. Вот это без сына. Я хочу тирать, я не понимаю, только раз. Ты пришел пиццу, я тебе принес. Ты меня не понимаешь, что тут что? Здесь такой типа разный пасты. Ты что, сама не потрясла? Когда ты услышишь, я скажу, что есть. Я поставила. Я там из-за. Нет, это 4 тела. Ау! Ну, как бы сразу и сказал. Смотрите, а деньги? Нет? Вон, вон, когда уборщица ругает тебя за грязные следы. Случай в семье церковей. Папа, папа, папа! Как медведь убежал из вольера? Кто в нас там снова убежал? Да? Ты что, знаешь, вот этот какой человечек на вас соседи? Папа, а почему на коту не белый пилотки? Потому что ты... Ты забыл слова. Папа, а почему бабушка говорит, что мама вышла замуж за клоуна? Не за клоуна. За клоунчика. Папа, а почему вы снова поженились? Папа,
посмотри, там в нем есть кости. Ну, что нельзя, что для 20 лет начинать со своими внуками. Добрый вечер, уважаемые зрители! Вас приветствует команда Сансоновки из Кадовского района, так сказать, КВНщики пляжного разлива. И для начала представимся. Это Лиза. Лиза у нас коза. Почему это я коза? Я сейчас самая белая, забитая девушка в команде. А это Таня. Таня у нас путана. Почему это я путана? Потому что ты вечно путаешь своих парней. Паша всем здесь заправляет. Максим. Максим, как Максимчик обзора. Пока полный не наберется, на сцену не выйдет. На сцене Антоновка. Поехали! Ну, пока ребята готовятся, я хотела бы похвастаться. Я самая воспитанная девочка в команде. Девчонок и мальчиков я всегда со всеми здороваюсь. И поэтому здравствуй ты и тетел по шестом ряду. Ну, для начала, слушай учительской. Почему в школе трешься? Здравствуйте, Мария Ивановна. Я привела так, как вы и просили. Ты что, дебил? Ребенка в школе бить. Мам, блин, ну давай не при дети. А еще я самая популярная девочка в команде. И со всех девчонок мальчики дергают за косички только меня. И такое бывает. Годник с математическим уклоном. Эй, пацанчик, телефон есть? Нет. Корень из 16. В смысле? Ты хорошо подумал? Где? В смысле? Хорошо. И тогда корень из квадрата гипотенузы. Чего? Блин, как это и катись отсюда? Спонсор моего хорошего настроения – конфеты с коньячком. Конфеты с коньячком. 20 грамм кюдра бадан. Мы просим прощения за наш следующий номер, так как он был написан во время просмотра индийского фильма. Итак, сейчас мы расскажем, почему индийский фильм получается таким дивным. Вита, что это у тебя? Точечка? Нет, не точечка. Вита, что это у тебя? Родинка? Нет,
Не родинка. Гита, что это у тебя? Бугорок? Нет, не бугорок. Гита, что это у тебя? Шишечка? Нет, не шишечка. Гита, что это у тебя? Пятнышко? Нет, не пятнышко. Гита, что это у тебя? Уймись! Я просто маленький единорог. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! А еще я вчера сделала селфи на Одесском вокзале, и в кадр попал бонус. Но я не расстроилась, даже я еще бесплатно сделаю фото с коренным одесситом. В криминальном районе. Эй, ты слышишь, говорю? Ну, слышу еще. Районный военкомат, а говорил, что не слышу. А еще я такая оптимистка. Вчера пришла домой, засунула пальцы в розетку. Стою и думаю, а ведь в этом есть не только минус, но и плюс. И в завершении медсестра, которая очень любит играть в дартс. Молодой человек, вы можете не дергаться, я уже третий раз попасть не могу. Доктор, а может, никто-то другой укольчик делает? Хорошо, ты твою на кучу дня зовут. Бенни Сэйн. Завершить наше выступление мы бы хотели советом всем девушкам. Уважаемые девушки, не стоит делать селфи перед зеркалом в общественном туалете, так как надписи позади вас на дверцах кабинок иногда говорят о том, о чем стоило бы умолчать. Команда КМ, рукосница, спасибо! Сегодня будет много всего интересного. Например, парковщик, который хочет подраться.
Давай. Отличница, которая устроилась работать продавцом-консультантом. Позвоните, вы не подскажете? Не, 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 сам думай. Ну или, например... Что такое? Да, на секунду показалось, кем не заиграл. Ребят, давайте мы перенесемся к миниатюре, на которой разговаривался по юмору. Не надо, я вот это говорю, через полгода. И как ты? Ну, на сцене команды «Мерсец» и сегодня мы проведем вас в мире нашего юмора. Вау, ну ты чего? Хватайся за руку и чё? Чтобы не помочь вас ожидания, мы начнем. Пятый миниатюр. Мальчик, который через час несправедливо накажет. Последствия это такое. Да нет, ребят, я просто рядом с вами постою. Ребят, а давайте пошутим про пейсы. Это еврейская тема. Нормально поднимались. Там что мы принимаем с ним конкурсное решение. Поэтому тоже важно на основе. Здравствуйте, можно пойти на Харьков? Мы уже закрыты. Ну, может, как-нибудь договоримся? Мальчик, который слишком много знает. Привет, привет! А сейчас директор подкаблучник. Ладочка, можно кофе? Пей. Спасибо. На английском языке. Спасибо за внимание.
это был мир спирт, и у нас идет еще одно выступление перед перерывом. И сейчас на сцену приглашают исполнителей от имени Мечникова. Она Николаевна, кстати, прикат. Встречайте. Теперь я выступаю один. На самом-то месте. У кого-то работал, у кого-то тепло, кто-то папа стал. Кому-то не ссорились со своими нравами. Знаете, я не смотрел на то, что я остался один, есть плюсы. Теперь все танцевальные команды идут у меня. Я пришел, выкупил, вот охранников нанял. Вы знаете, несмотря на то, что я остался один, не прийти я не мог. Но вы встретились, как потом не последняя команда в лиге, внимание на экран. Что это было, а? Какой вы снимали, что было в шоколаде? Мы хотим увидеть полуфинал с Мэнс Лэнсовской. Ну, неправильно, если что. Вы знаете, все равно есть люди, которые интересуются нашим творчеством. Люди, которые интересуются нашим творчеством. Пожалуйста, отзовитесь. Мы вас два года уже ищем. Ладно, не буду рассказывать, я может пока там слово литературного юмора. Поэтому переходим к миниатюрам. Это настало представьте, как это время с этой рукой. Что мне взять, я так напишу? Вы понимаете, да, сколько участников команд, сколько ластеров? Давайте у нас находится миниатюра, посмотрим, как все следует по девушке. Нашел в интернете чуть-чуть изменил. Вот так, представьте, слышно на свете. Девушка, надо мне найти на просто презерватива. Блин, стрелы с прошлой миниатюры. Yeah.